Привет, привет, мои дорогие, как у вас дела? Hi, my dear, how are you? Merhabalar takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün bizde sadece kil. Tadını bakacağız hepsinin ki. Farklı killer burada var. Ben söyleyeceğim adalarını. Мои дорогие, сегодня у нас будут разные виды глин, мы будем их пробовать. Здесь у меня есть даже вот такой, я не знаю, названия нет, в общем, какая-то киргизская глина. Я купила, ну, попробовала вкус, мне очень понравился. Он такой мягкий, рыхлый, ну, вот прям по мне. Ну, мы его тоже попробуем. И еще у меня здесь есть Туркестан плитки, Туркестан сливки. Вот здесь Туркестан сливки, это Туркестан плитки. Здесь есть Туркестан светлый, розовая Астана, Астана 2, Уралочка, кусочки, солнечный лучик. Красивый, правда, такой желтенький прям. Люблю желтый цвет, сама в такой футболке сижу. Так, а это у меня... это Астана 2. А это Астана Голд кусочек. Вот. Здесь у меня лаванда. Ну и все. Думаю, попробуем вот эти вот. Пожуем, да, с вами немножечко. Хочется пожевать. Будет, конечно, шум маленько, но я буду, наверное, останавливать. Вот. А пока давайте попробуем какая-то вот киргизская. Вот такая. Вытащила из пакетика. Все хотят видеть, конечно, как это все на столе лежит, но мне не всегда это удобно делать. Вот такую попробуем. Мягкая, сливочная. Сейчас будет шуметь, секундочку. Ну что, продолжим. Был шум. Devam ediyoruz takipçilerim. Bugün tadına bakıyoruz. Bu killerinki. Hepsi kil. Türlü farklı killer. Adılarını ben söyledim. Продолжаем. Вкусная глина. Обычная киргизская. Уралочка. Mm-hmm.
Продолжим. Она какая-то странная, вы знаете, уралка. Она во рту, может, у меня только так. Такое ощущение, какая-то горячая становится. В язык, когда попадает, греет. Интересно. В общем, уралочка обогреватель. Угу. Так, лаванда. Немного плесени обдает. Не плесень, а водоросли. Угу. Ногти все отлетели. Лак. Надо покрасить. Только сам плитки. Розовая Астана. Сразу залипла. Я пью. Астана пембе.
И стань светлый. Şu an açık turkistan yedim. Çok güzel. Bir tane sivet koy. Yani. Да. Основной два вкус сливок для меня. А, крема тадевар. Угу. Домашняя сметана. Астана голд. Где голд, не пойму. Белая.
Астана Голд от Астаны 2 так отличается. Очень. Абсолютно разные. Солнечный лучик. Попробуем. Вот прям плесень. Такая рыхлая. Все сливочные. Или плитки, или сливки. Очень вкусно. Кроме уралочки, все сливочные. Супер залипучие. Кроме светлого Туркестана. Остальные все залипают. Вот. Ой, извините. Хепси я пшио. Килляненьки. Сададжи ачик Туркестан. Я пшмио. Каланла хепси я пшио. Хамля. Урал. Уралочка вар. Ода я пшмио. Наелась. Глотала, конечно, частично. 30%. 25% даже. Вот. Вкусно. Обед это, да, можно сказать. А теперь хочу маленькие приветы передать. Индонезия, Мехико. Hello, hi my dear. I love you. Намасте, Индия. Швета Сингх. Hi. Мира Бешеналиева. Моя дорогая, я никогда никого не подражаю. Мне это вообще не нужно. Не нуждаюсь в этом. Говорите, что я не могу кушать, как Марта. Зачем кушать, как Марта? Каждый человек индивидуален. Мы все кушаем, как можем сами и как едим сами. Кого-то подражать. Я думаю, вообще... Ну, есть, наверное, люди, я не сомневаюсь, которые любят подражать. Но это не я. Вы ошиблись, Мира. У меня свое. Я сама так кушаю. Никогда никого не подражаю, мне это абсолютно не нужно. Даже об этом не задумывалась, как люди могут о таком думать и вообще как приходит сюда такое.
Я не могу понять. У меня таких вещей нет. Я не забиваю голову такими вещами абсолютно. Здоровья вам. Мы абсолютно разные. Я Марту тоже смотрю, уважаю. Но я ее никогда не подражаю. Вот. Она тоже очень аппетитная милоежка. Ой, я люблю смотреть на ее сухие печенья, как она ест. Ой, вообще. Так что... Я думаю, милоежки все друг друга уважают и не подражают. Этого нету и не должно быть. Поэтому такие вещи мне не пишите, пожалуйста. Вот. Мехико. Мария де Жесус Солис Педроза. Hello. Якутия. Нургуяна. Привет. Казахстан Кулпан, привет и всем казахстанцам большой привет. Вот, просили просто передать приветы, поэтому я передаю. Так что, мои дорогие, я индивид, который всегда сам по себе живет и кайфует. Никого не подражаю, нету такого. Я вообще в шоке была, когда такое даже прочитала, думаю, господи, какие интересные бывают, конечно, комментарии. Ну, ничего. Мирочка, я всегда вас жду на своем канале. Я не подражаю никого. Смотрите меня тоже, если вам интересно. Поэтому всегда рада любому комментатору. Иногда, может быть, пишут, не подумав что-то, или я не знаю. Можно в мягкой форме писать, потом там еще оскорбления есть. Но я про это не буду говорить. Так что оскорбления, это все вы пишете в свой адрес, не в мой. Вы даете о себе знать, какой вы человек. Вот. Поэтому можно не оскорблять, просто написать. А так вас всех люблю, уважаю, всех жду всегда на своем канале. Смотрите мои видео. Я ем все равно дома, и без видео, и с видео. Всегда спрашивают вес, сколько я ем, девчоночки, милые мои мальчики. Я не знаю, у меня даже, честно скажу, весов нету. Я никогда не взвешивала и как-то не думала об этом, что можно взвесить, посмотреть, сколько там я съела. Ну, весов у меня, честно, нету. Конечно, это не проблема купить, пойти купить весы, но... Ну, я даже, ну, думаю, не нужно это, вот. А если вы думаете, это у каждого есть на кухне, кто там печет или еще что-то делает, да, вы тоже правы, но я не пеку. Поэтому у меня этих весов нету. Ни мел взвешивать, ни печь, ничего, в общем, мне легче пойти купить кусочек и съесть. Вот. Хотя иногда вот смотрю на людей, которые пекут, я думаю, вот молодцы, честно, молодцы, умеют. У меня дочки тоже умеют печь, вкусно пекут, да. Я в далекой молодости тоже пекла, но потом уже, когда такая жизнь вся, из города в город, из страны в страну, ну, эти вещи все уже как-то забываются, и, ну, если бы я была бы домоседкой такой, я, конечно, пекла бы для своей семьи, там научилась бы еще лучше это делать. Вот. А жизнь моя, постоянные перелеты, ну, нет у меня весов. Так что извините, кто спрашивает постоянно, сколько грамм вы съели, я не знаю. Не знаю, я даже без понятия. Ну, вот такой кусок, наверное, ну, мел, он же легче. Опять же, не могу сказать, глину-то я только Туркестан светлый глотаю, и некоторые такие глинки понемногу глотаю. А мел всегда глотаю, да, мел мне нравится, это мое. А, вот. Вообще я мелоед, не совсем глиноед. Ну, некоторые глинки мне нравятся, вот просто почувствовать вкус, когда жуешь, приятно. Так что вот так, мои дорогие. Люблю вас, целую. Так, пчелырым чок северум эпюрум. Беремки так, пчелырым сорью, некадар ее сыны с дия бергюнде.
Ben onu söyledim. Bilmiyorum. Çünkü bende terazi yok. Ben onu tartmıyorum. Onu söyledim. Hepsi merak ediyor. Ne kadar yedin diye. Bilmiyorum valla. Vücudum ne kadar istiyor, hem canım ne kadar istiyor, o kadar yiyebilirim. Вот. Иногда могу много съесть, мило. Вот есть такое у меня. Иногда нет. Немного поем и все как-то. Ну вот то, что сейчас, в данный момент, здесь, в этом городе, я ем то, что ем на экран. Больше этого, наверное, два раза только поела вне экрана, помимо видео. И все, и больше я не ела. Вот, но стараюсь есть поменьше, потому что, ну, не такая уж полезная вещь, да? Скажем так, все знаем и все равно едим, поэтому всем милоежкам здоровья, берегите себя, глиноежкам. Все-таки это увлечение не очень, скажу такое. Ну, а что делать? Вот так вот зависим мы от этого. Есть такое, болезнь, да, какая-то. Вот я считаю, что это, конечно. Хотя я пью витамины определенные какие-то там. Ну, это все временно. Приостановит там на месяц, на 3 недели, и потом опять продолжаешь есть. Поэтому смысл. Вот. Так что все. Целую вас. Спасибо вам большое. Thank you, my dear. I love you. Люблю вас. Teşekkür ederim hepinize. Öpüyorum, seviyorum, özledim sizi. Дорогие мои, спасибо вам. Спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста. Если что-то не нравится, пишите в мягкой форме, пожалуйста. Ну, можно и в мягкой форме написать, без оскорбления. Зачем-то оскорблять, не знаю, такие вещи. Ну, я не понимаю такое. Конечно, каждый может. У каждого есть что-то, которое сидит внутри, да, и он может высказаться. Но я думаю, что нельзя это делать. Надо все-таки воздерживаться как-то от плохих высказываний. Потому что обижать кого-то это нехорошо. Есть бумеранг, который возвращается. Поэтому надо думать об этом. А вот последствия бывают не очень хорошие. Так что берегите себя. Люблю, целую. Еще раз прощаюсь. Всем пока. Я думаю, что мы еще увидимся. Thank you, my dear.